друзі, перейшли знову ми в следующій ізгороді знімаємо вам происхождение этой кобылицы. Которая тоже представляется сегодня на Белагре 2021. Вот она тоже кушает сено. Красавица высокая. Даже опять же масть и то практически совпадает с мастью быка. Этот бык, ну, может, не сильно будет слышно, но здесь описывает коров, радом. Вот здорово. Вот видите, тоже девушка подошла погладить. Вот со мной приехал Валентин, любитель меня на канале, видите, он тоже. Да. Любить лошадей, его кожа тракенинская, этой породы, этой, его мустан происходит. Содержание жироплюшек 0,11 и белка 0,16. Что этого характерно быка? Сегодня годно и быка и при закреплении особенно обращаем внимание. Если раньше люди обращали внимание на там только была глазная, знали, как указить. Сегодня мы с учетом генетических заболеваний не допускаем, что в наших стадах использовались быки, имеющие какие-то недостатки в генетическом плане. Это те же HH1, HH2, HH3 и так далее, HH5 и так далее. Сегодня на арену народу с антиаллергенные, которые усваиваются детьми и людьми пожилого возраста. И оно сегодня во всем мире исцелится и так далее. Ну, добрые друзья, до свидания, пишите комментарии, заходите на канал. Значит, еще